Вообще удивительно, как человек Сергей Иванович Морозов, не обладающий никаким предпринимательским или экономическим бэкграундом, он вообще из бывший сотрудник правоохранительных органов, так тонко и так правильно выстраивал свои экономические программы, нашел взаимопонимание с бизнесом, привлек такое количество инвестиций, причем и российских, и иностранных, построено несколько крупных заводов иностранными инвесторами. Но кроме этого, и знаете, так очень человек, который ничего не боялся в этом, не боялся никогда ответственности, потому что, например, как мы вместе выстраивали программу с завышением тарифов естественных монополий в Ульяновской области, он шел на прямые даже, в общем, какие-то конфликты, которые даже выливались в судебное разбирательство, но твердо отстаивал интересы потребителей, и в результате нам удалось вместе снизить тарифы, значительно, да, снизить тарифы на продукцию естественных монополий в Ульяновской области. Кроме этого, очень интересно он поступал во время пандемии, потому что мы в марте-апреле он предлагал такие нестандартные хайды, когда вся страна жестко закрывалась, да, закрывала просто бизнес и забывала об этом. Он выстроил отношения договорные с бизнесом. В каком плане? Что по заявлению им разрешалось открываться, например, торговым центром, но только при их жестких обязательствах, которые они письменно оформляли,